вернулась? Да, я срезала дворами. Прости, Алексиус. Ладно, ты хотела как лучше. Я хотела пробраться, как тогда? Тебе повезло, учитывая, что я там нашел. Что случилось? Я побывал у дельца в комнате для утех. Нет. Да, твой клиент привел бы тебя туда. Что это значит? Что делец добрался до него. Но теперь я знаю, как... Он тебя больше не тронет. Значит, мы можем... Меня так просто не... Нет ничего страшнее неизвестности. А ты помог мне. Спасибо. Мы помогли Дамалис. Это было весело. Видно, план сработал. Делец подослал головорезов. Слышала. И еще слышала, что у них ничего не... Это не первый мой бой в Кори... И не последний. Мы разделаемся с дельцом в театре. Брасит беспокоится, что смерть дельца может привести к беспорядкам. Он далековато от Спарты. В Коринфии мы будем действовать так, как принято у нас. Я поддерживаю Брасида. Убьем дельца в священной пещере. Уговор был друг. От дельца необходимо избавиться. И он умрет вдали от любопытных глаз. Простая сделка, помнишь? Пусть будет так. Так это ты, полубог зловонных улиц Коринфа. Режешь моих людей, помогаешь этим грязным тварям. Ну да. Ха, надменен, как и твоя мать. Ты не подчинишь себе, Коринф. О, подчиню, не сомневайся. Убери свои... И когда это случится, я отправлю твою голову культу как доказательство. Что? Ты знаешь? О, да, я знаю твою мать. От нее были одни беды. Но я отплачу, покончу с тобой и принесу этой дряни твою отрубленную голову! Жаль, Деймос этого не увидит. Скорее я заберу твою. Прочь из моего города. Он уже не твой. Прочь с моих улиц!
драться со мной? В моем уме? Жаль, не увижу, как Деймос сломает тебе шею. Насмешил. Стой! Нет! Люди Каринфа должны увидеть его смерть! Антуса! Его обязательно нужно отвезти в театр. Пусть все увидят его трусость. Ладно, веди нас. В театр. Пусть все увидят его истины. Жители Каринфа, вот вредитель, что воровал ваш хлеб. Уничтожал ваш урожай. Ты так долго ждала этого момента. Благодарю тебя. Довольно? Я исполнила свою мечту. Он это заслужил. А ты заслужил ответы. Что ж, поговорим наедине. Не знаю, как тебя благодарить. И хоть раз будет за что сказать спасибо Алкивиаду. Он умнее. Он знал, что ты... Ты ведь знаешь, что у меня свой интерес. Поговорим. Да, она недолго пробыла в Каринфии. Я хорошо помню это. Сильная, одухотворенная... Ты тепло говоришь. Да, пожалуй. Как вы познакомились? В ту ночь шел проливной дождь. Она скиталась? Интересно, что сказал бы отец? Я мало знала о ней. А работа? Не знаю. Она могла остаться с нами. Она говорила о прошлом. О муже, семье. Нет. Воспоминания причиняли ей боль. Куда она направилась? Этого я не знаю. Она могла нам... Думаю, она сама не знала. Хоть в чем-то Тюхи ей помогла. Помню название корабля. Песнь сирены. Песнь сирены. Он славился тем, что выдержал все испытания Посейдона. Спасибо, Антуса. Да хранят тебя боги, Алексиос. Заходи в любое время. Расскажу, как идут дела в Каринфе. И меня. Песнь сирены. Надо найти кого-то, кто знает этот корабль. Это поможет в поисках. У меня достаточно сведений. Можно возвращаться в Афины, Каспасии.
Мостик! Всем больно! Ждите приказов! Похоже, серьезный шторм! А?
Спаси! Алексиус, вернулся! Я спешу, прости! Стой! Куда? Скоро приду! Как ты все-таки по... Друзья, я знаю, вы злы! Любой был бы в ярости! Ведь есть те, кто прячется, вместо того, чтобы бороться с хаосом! Поймите, Перикл – больной человек! Это можно простить! Нельзя простить то, что он обрек наш великий город на забвение! Мы жители Афин. Мы решаем споры Что ты такое творишь? Я верну. Слава Афин гремела по всему миру. И что с ними стало? Вернем Афинам величие. Нас будут бояться. Не молчите. Я клянусь. Аспасия. О, Алекс, но город. Там шумно, как... Народ жаждет смерти. Нам нужно поговорить. Алексиус, не время. Перикл сильный мужчина. Ты слышал толпу? Афины знакомы с ним. Периклу нужна помощь. Но он не пускает. Возможно. Согласишься? Попробую. Аспасия, Свет. Это Алекс? Да. Как унизительно, что именно ты видишь меня таким. Ты впрямь не похож на себя. Я чувствую. Вот лекарство. А, да. Я привык, что... Теперь эта тень была... Что ж, отныне здесь правит Клеон. Я хочу посмотреть на Афины. Все изменилось. Мне не хватит сил, чтобы взглянуть смерти в глаза. Ты поправишься, если покажешься Гиппократу. Нет, поздно. Болезнь не делает исключений. Боюсь, я подвел Афины. Свой народ. Аспасию. Нет, неправда. Ты добр. Но я проиграл. Аспасии нужна защита. И Афинам. Я думал, что пожертвовал Афине достаточно, но ошибся. Я должен быть... Тебя растерзают. К счастью, Клеон не увидит меня таким. Похоже, боги покинули Афины. Судьба Афин решена. Ты должен вернуться. Я должен быть в Парфеноне. Это мой великий дар Афинам. Аспасия права. Обычно да, да. Я пойду внутрь. Спасибо. Ладно. Перикл принял меня. Спасибо. Что-то не так? Феба до сих пор не верна. Я видел ее в... К Анастасиусу узнать насчет переправ. Но она пропала. Бояться не...
Аспасия, бушует чума. Отдай Фебе должное. Перикл знает о культистах в Афинах. Правда? Я разыщу ее. В доме напротив Адо. Хайра. Все тело болит. Вроде я на месте. Греки обрадуются твоей смерти. Thank you.
О, боги! Что здесь произошло? Это резня. Предупреждение. Хорошо, что Фебы здесь нет. Надеюсь, она цела. Деймос, похоже, сдержала слово. Земля. Мать всего. Выслушай. Неаза. Алексиос, все хорошо? Мне нужно увидеть Аспасию. Сперва найдем Перикла. Он пропал. Каиду, Перикла! Говори, где Аспасия? Алексиос! Прости, Феба. Аспасия ищет Перикла у Парфенона. Ступай туда. Думаю, стоит пойти с ним. Согласен, друг мой, согласен. Вот ты где, Алексиос. Скорее, возможно, Перикл внутри. Что на тебя нашло? Феба мертва. Из-за тебя ты воспользовалась ей. Нет, я... Неправда. Она вызвалась сама. Клялась, что справится. Ты поверила ребенку? Ты ведь знаешь, Феба не приняла бы отказ. Бессильно? Ты отпустила ее! Я попросила ее помочь защитить Перикла. Это горе! Мне ее не хватает. Мне тоже, поверь. Знаю. Аспасия, ты здесь? Вы нашли Перикла? Быть может, он внутри. На горе все стало еще хуже. Поговорим потом. Но! Я собираюсь уничтожить все, что ты создал. Отними мои. Перикл! Не
Не смей мне мешать. Потеряно. Великий человек. Нужно увести ее из Афин. Возьмем корабль. Надо уходить. Ладно. Нам нужно торопиться. За мной, мало ли что. Эй! Клеон приказал никого не выпускать. И привести к нему Аспасию. Я не пойду. Прочь! Держи их! Вот так! Все в порядке. Идем. Мы остаемся, Алекс. О чем ты? Мое место здесь. И... Аспасию ты защитишь сам. Город захвачен. Афины, которые вы знали, мертвы. В этом-то и дело. Я прожил жизнь как афинянин. Окажите мне услугу. Конечно. Найдите. Конечно. Спасибо. Нам пора, Алекс. Я рассчитываю вновь. Издали Афины кажутся такими спокойными. Мне так жаль, Аспасия. Не надо казнить. Я старался защитить людей. Никто не сомневается, Алексиус. Афеба. Нет, позволь мне. Нет, я хотел извинить. Еще одна смерть. Перед смертью они будут молить о пощаде. Непременно. А пока нужно подумать о будущем. Ты знаешь, куда плыть? Я надеялся, ты поможешь мне. Конечно. Да, женщина. Феникс. Песнь сирены и ее корабль. Феникс. Да, именно так. Что ж, плывем к Наксос. Будет еще.
ну, шустрее! Будем ждать возвращения капитана! Мое сердце стучит громче волн! Наксос уже близко. Ты предвкушаешь? Переживаю. Что мне сказать? Алексиос! Ты объездил половину... Феникс можно найти на вилле в центре города. Там заключаются все важные сделки. Что ж, туда и пойду. Ты уже думал о том, что ей скажешь? Я еще об этом не думал. Ну, я уверена вам. Конечно. Скоро будем у Накс. Сколько было приключений? Да. Чем займешься? Перед отплытием надо сделать кое-какие дела и повидать друзей в городе. Похоже, у тебя на любом клочке суши на... Может, и кто знает, мо... Этот остров не так... Ты так стремился найти Феникс? И я надеюсь.
Лучше не лезть в бой. Иди. Обуздать силы природы. Этот парень пьян. Он знает, что принесем жертву Артемиде, и звери будут лизать нам руки и пожирать наших врагов. В природе заключена сила богов. Нам ее никогда не постичь. Не запугать. Собирайте людей и удвойте патрули. Никто не должен приплыть с Пароса незамеченным. Да, Архонт. Но Архонт, наемники. Я знаю, что тебя тревожит. Но важнее всего защитить город и каменоломни. Идите. Встреча окончена. Алексиус? Как? Я до сих пор вижу, как ты падаешь со скалы. Думала, что потеряла тебя. Кассандра жива. Они забрали ее. Я училась жить заново. Понимаешь? И вдруг узнаю, что вы живы. Вы оба живы. Я нашел тебя. Твоя сестра. Ее надо вернуть. Уже поздно. Однажды я предала вас. Это не повторится. Что ты? Как ты... У меня столько вопросов. Не только у тебя, но спрашивай. Попробую ответить. Расскажи о моем настоящем отце. Как ты узнал? Мне сказали. Николаус, вы виделись? Да, в Мегариде. Твой отец Николаус, он растил тебя. Пока не предпочел тебе спартанский долг. Он говорил о другом отце. Расскажи мне о нем.
Я надеялась, что мне не придется открывать тебе правду, но если мы хотим остановить культ, ты должен знать все. О чем ты? Я была с ним до твоего Николауса. О нем давно нет вестей. В чем дело? В бухте высадились солдаты с Пароса. Их не больше десятка. Малака. Тимо, собирай людей. Продолжим потом, дитя. Я помогу. Надеюсь, ты умеешь драться? Намного лучше, чем в детстве. Что ж, идем. Кто на нас напал? Люди с острова Парос. Похоже, Силана больше не желает. Но сейчас? Тебе не стоило браться за эту работу. Похоже, будет не до разговоров. Если представится шанс, то союзники с радостью ударят в спину. Что такое? Так и убить можно. Ты помогаешь Спарте после всего, что случилось? Парус заключил союз с Афинами, так что выбор был невелик. Ты нуждалась в ней. Соперничество — это одно, но Парус превратил его в войну. Наксос не выстоял бы против натиска парусцев и афинян. Правители этих островов давно враждуют. Раньше Парус и Андрос принадлежали нам. Да и мастера у нас куда лучше. А сейчас? Считают, что достойны большего. Богатым негде расправить крылья. Но мы подрежем им эти крылья. Они не знают, с кем связались. Ты похож на Николауса. И сражаешься так же бесстрашно и свирепо. Он был бы горд. Я помню, чему вы меня учили. Вы отличные наставники. Я хотела воспитать тебя бойцом. Так и вышло. Что произошло в Арголиде после той ночи? Я нашла твою сестру и отнесла к Гиппократу, помощнику лекаря. Ты пропал. Я боялась потерять и ее. Я недавно говорил с ним. Он еще помнит ту ночь. Когда мне сказали, что Кассандра умерла, я едва не сошла с ума от горя. Вы были для меня всем. Тебя обманули. Она жива. Может, они поняли, что она особенная, и передали ее культ? Мы спасем ее, мама. Я верну ее. Однажды, вцепившись в жертву, культ ее не отпустит.
Боюсь, твоя сестра обречена. Я ведь нашел тебя. Мы спасем ее. Вместе. Объясни, почему культ охотится на нашу семью. Есть много причин, дитя. Что мы им сделали? Теперь, когда мы вместе, лучше спросить, что мы можем сделать. Они боятся нас. Твои предки долгие века представляли угрозу для культа. Эти люди хотят нас убить, чтобы мы не помешали их замыслам. Если они нас так боятся, мы докажем, что на то есть причина. Многие пытались их остановить. Мы не многие, и у нас все получится. Знаю, ты покинула Спарту, но как ты попала сюда? После того, что сделал Николаус, я больше не могла там оставаться. Но почему здесь? Мне выпал шанс помочь этим людям, дать им что-то. Меня избрали правительницей острова, и я должна сберечь его от врагов. Ты столького достигла. Думаю, люди счастливы, что у них такой лидер. Было немало трудностей, но я горжусь тем, чего мы добились. Редко встретишь людей, подобных тебе. Давай продолжим наш разговор в более приятном месте. Едем же. Здесь так красиво. Да. Здесь прекрасные пляжи, не то что в Спарте. Спарта. Все, что я помню, это подножие горы Тайгет. Когда я отнесла тебя к Пифии, я не думала, что случится потом. Она сказала, ты особенный. Даже Пифия не может знать все. Твой полководец быстро поднял тревогу. Он знает, Парус угроза для нас. Это ясно нам всем. Шлют сюда солдат, куда уж яснее. А заключить союз? Мы пытались очень давно. Но теперь они считают нас своими врагами. Я помогу вам их одолеть. Обсудим это позже. Но думаю, ты прав. Элла! Вижу, храм строится, Евандрос. Не будет пожертвований, не будет храма. Солдатам не добыть средств. Они защищают храм от врагов, не дают его разрушить. Но я попробую помочь. Реконструкция – благое дело. Лигдамес заслуживает почитания. Мы не забудем его борьбу с продажными олигархами. Это урок всем нам. Я помогу достроить храм. Спасибо, Феникс. Что за странный день? Но хороший. Бывало и хуже. Да уж. Ты вырос и полон сил. Но я чувствую бремя, что тяготеет над тобой. Теперь, когда мы вместе, мне легче. Хорошо. Но зачем же боги вновь решили свести нас? Они решили, что членам нашей семьи пора снова встретиться. Это значит, что мы должны разыскать Кассандру и вырвать ее из когтей культа. Они причинили нам столько боли. Из-за них страдают и другие люди. Покинув Спарту, я знала, на что иду. Теперь моя забота – жители Наксоса.
Позволь тебе помочь. Мы защитим Наксос и вместе будем бороться с культом. Мирин, симпосий вот-вот начнется. О, боги. Прости, дитя, я забыла. Готовь лошадей, я уже выхожу. Симпосий? Нужно показать людям, что их лидер силен. Иногда приходится сохранять внешнее спокойствие, даже если внутри бушует хаос. Я помогу тебе в борьбе с культом, но сперва нужно убедиться, что Наксосу ничего не угрожает. Что нам делать? Вести войну с Парусом. Ослабим их позиции. И в нужный момент нанесем удар в уязвимое место. Что ты задумала? Вызовем флот Паруса на бой и уничтожим его. Но Юнеас, мой адмирал, пропал. Он уплыл на Парус, чтобы вести переговоры, но так и не вернулся. Не волнуйся, я его разыщу. Если понадоблюсь, я на симпосии, но если придешь, постарайся выглядеть не так воинственно. Эти рисунки по... Дело рук труса. Решительный приставил бы клинок к твоему горлу. Ты видел толпу? Кто-то явно ищет в... Я тоже так подумал. Направь меня, и я быстро... Видишь этот краситель? Он довольно редкий, и здесь его используют лишь... Художники вообще... Люди думают, что грядет война. А что на... В основном угрозы. Я убью его. Нельзя отвечать насилием на насилие. Она этого хочет. Разве... Это оставил автор послания. Нужно показать торговцу. У меня есть пара вопросов. Задавай. Рядом с рисунками я нашел осколки камня. Это наждак, друг мой. Наждак? Да, возле водопада. Спасибо. В следующий раз куп... Обычная краска. Спрошу у торговца, где художник мог ее достать. Thank you.
меня есть пара вопросов. Задавай. Этот краситель использует... Один? Кажется, да. В тот момент у меня ее не было. Спасибо. В следующий раз... Остался волос. Может быть, он из кисти художника? Спрошу у Агелоса. У меня есть пара вопросов. Задавай, я не занят. Осматривая рисунок, я нашел этот волос. Художники Наксоса часто делают свои кисти из волос животных. Так чей же это? Слишком длинный для оленя. Говорят, какие-то смельчаки. Спасибо. В следующий раз... Это храм бога вина Диониса. Маркос был бы в восторге. День для греков.
Испытительные стражники. Thank you.
Huh?